глаза, взглянув в твои глаза, и слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем звучит, звеня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Здравствуйте еще раз всем. Не знаю, здоровался сегодня или нет с вами. Перепутали с Илюхой день с ночью. Спим, едим, чай пьем, кофе, спим, кушаем. И вот так вот, короче, уже второй день. Сегодня 18 число. Время, сколько время? Ну ладно, не важно. Время. Короче, день. Видите, здесь постоянно темнота. Повесили списки, нас в списках нету, половина наших улетели. Не надеюсь, а завтра два рейса будет еще до Москвы. Мы улетим уже точно. Это вообще 100%. Ну, блин, лишь бы опять погода не подвела. Вот что самое такое. Так, ну что еще сказать? Отдохнули полностью вообще. Сейчас с Ильей лежали, короче, заказали мясо. Приедем, будем жарить стейки. Там агавки такие, знаете, с ребрышками. Так что вот, потом будем делать плов. Так что оставайтесь с нами. Будете смотреть, как мы кушаем. Как мы готовим. Так что вот, блин, уже хочу в баню просто вообще. Прям вот хочу полностью пропариться, и завтра же еще там все пойдут купаться в прорубь. И надеюсь, что... Ну, завтра-то, если даже я вечером прилечу, я думаю, что нет, я никуда не поеду, ни в какую прорубь. Так что посмотрим сейчас. С тетей переписывался, с Таней. Вот они меня тоже ждут, вместе поедем купаться. После этого поедем к нам в баню париться. Так что вот. Ну, что вам еще сказать? Ну, так валяемся здесь. Чтобы никому не мешать, это такое фойе здесь такое, ну, маленькое, где можно подключиться к розетке, полазить в интернете, посмотреть фильмы. Здесь, чтобы никому не мешать в комнате. Мужики тоже спят. Так что вот, ну ладно. Давайте всем удачи, всем хорошего настроения. Завтрак привезли. В списках нас еще нету. Так что ждем. Ждем. Ты расписался, да? Писец. Тестостерон принят. А? Тестостерон принят. Бастион? Ну, это как раз. Идет под хозяина. Спит. Писец. Глаза светятся. Распаковка ланчбоксов.
обед. Ты картошку любишь, а сардельку не любишь, я знаю. А как это я съем от вас здесь? А у меня пельмени. Хлеб конечный. А что, первого нету, да? Всегда без первого. Вот у меня с первым улетарка тоже в другой коробке, что ли? Ну, рядом коробка стояла. Ну ладно, приятного аппетита. Да, именно. Не видно отсюда. Соблюдая спокойствие. Ладно, открою я. Морандук, я же надо.